Всем привет, меня зовут Томас Перри, и сегодня по вашим огромным многочисленным просьбам мы разбираем песню Noize MC, Карандаш и как его? М.О. Пишется такой чувак. Ну, М.О. Песня «Будни». Ради забавы я настрочу тупые взлёты, 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 акселератных тёлок, вот так никто, кроме меня, не значит за ним. Никто там не захочет плачется. Мол, это я у него песни с трёх часа. Пока он там с папой ведёт, как сказки пачерица. Я буду петь её и не заморачиваться. Мои усилия требуют руки мои. Я в ротации жёсткая. Стрекал новым убойным своим извинением. Ну, вот так просто. Я не видел ни одного японца качка. На самом деле песня безумно проста. Она состоит всего из четырех аккордов. Это аккорд соль, аккорд си минор, ми минор и ре. Все четыре аккорда в куплетах мы играем таким образом. Сперва берем аккорд соль, бьем вниз, затем вверх и глушим. После этого берем аккорд си минор, делаем то же самое и потом еще один удар вниз и вверх. У нас получается... Затем аккорд ми минор, играем то же самое. Вот здесь мы немножко выдерживаем паузу. И затем играем аккорд ре, только мизинец, четвертый палец, мы ставим еще на первую струну, на третий лад. И играем. То есть мы играем
часть такта с мизинцем, часть такта без, и затем возвращаем мизинец. Еще раз медленно. Вторую часть куплета мы играем точно так же аккорд соль, только здесь паузы, затем просто два удара по аккорду си минор. Затем, опять же, ми минор. После этого просто аккорд ре с мизинцем, тоже два удара. А в припеве мы все это играем просто самым обычным боем. В самом начале припева звучат еще высокие ноты, такие типа ксилофона. Они играются высоко, но у меня даже нет возможности сыграть полноценно на высоких нотах. И я думаю, что у вас тоже вряд ли получится. Поэтому мы разберем их здесь. Значит, мы зажимаем вторую струну на восьмом ладу и третью струну на седьмом ладу. Играем вторую, третью. Затем на второй струне мы играем седьмой, восьмой, на первой струне седьмой лад, и затем снова на восьмом ладу вторую струну. У нас получается. Затем опять же первую часть. И вот здесь мы играем на первой струне восьмой, седьмой, на второй струне десятый лад, и снова седьмой лад на первой струне. У нас получается. Кузнечик какой-то. Я вам сказал бы. Все, все вместе. Но, так как там они звучат на очень высоких нотах, то есть на октаву выше, это звучит красиво. А в вашем варианте я предлагаю сыграть их просто так. То есть не прерывистыми нотами, а более протяжными. То ты подбирала. Спасибо. Я знаю. Ну вот. Ну, может быть, я не права, кстати. Может быть. В тот момент, когда начинается речитатив Noise MC, играются те же самые аккорды, только квинтами. Мы играем ударами вниз-вверх, затем просто один удар вниз, затем играем вниз-вверх по аккорду Си, и тут же сразу же играем вниз-вверх по аккорду Ми. У нас получается. После этого снова играем аккорд Ми. И здесь мы играем аккорд Ре. Все вместе у нас получается. Под конец напева мы просто играем те же самые аккорды с глушением. Ударяя по 8 раз на каждый аккорд. В финале припев мы можем также играть обычным боем, обычными аккордами, либо же можем сыграть его квинт-аккордами. Затем вступает лидирующая партия гитары, которую мы будем играть серф-аккордами. Мы играем серф-аккорд соль, фа диез, соль, ми. По полтакта каждый, и при этом я рекомендую вам начинать их играть со слайда. То есть въезжать. Как бы въезжая в композицию. Как бы въезжая в композицию. В принципе, в оригинале они играют точно так же. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте, там вы можете голосовать за разбор новой песни, либо предлагать какие-то свои варианты. Комментируйте, ставьте лайк. Счастливо!